Учился только вот нажимать на кнопочку, там, на Яндекс, ну, какие-то, заводить какие-то события, фамилии. То есть на самом примитивном уровне мое развитие, так сказать, мое знание интернета. И мне жена запрещает этим заниматься, потому что это как, ну, как сказать, болезнь, что ли, отрава такая. То есть люди сидят, посмотрите, они не общаются все. Все в кафе посмотрели, все тыкают, смотрят. Кто в стрелялки играет, тот что-то ищет, тот блогирует там. Хорошее слово придумал, блогирует. На благо себя. Вот. Поэтому вот, просто не разрешает мне заниматься, углубляться в это изучение. Потому что отвлекает. Она говорит, тебе надо книги писать, тебе надо думать, а не заниматься ерундой. И правильно. И это правильно.